Школы города Уфы от Лиры, да. И получается, вот так вот я потерялся, ребята. Четвертое, пятое место. Кто у нас? Ну, давайте. Да, Оксана заняла и Лина заняли четвертое место. И получают приз. Смотрите, какой замечательный приз от нашего генерального партнера, генерального спонсора компании РБТ. Мото! Смотрите, детки получают шикарные наклейки. И... да, и вот такой... Итак, давайте поаплодируем и нашим генеральным партнерам, нашим спонсорам и нашим участникам. Шикарный был конкурс, спасибо за этот зажигательный забег. Макс, в следующий раз сбавь обороты. У ребенка шлем чуть не сдуло, вообще я видел, да. Молодец. Итак, следующий конкурс. Если у нас до сих пор нет претендента на конкурс «Самая интересная мотоэкипировка», «Самый интересный мотоэкип». Если никто не хочет получить вот такие замечательные призы, я объявляю, вот мне нравится вот этот конкурс, самый стильный, ребята, прошу не путать, самый стильный мотозвук именно из выхлопных труб. Не аудиозвук, а самый стильный мотозвук. Обладатель самого стильного мотозвука, он же будет являться обладателем самого интересного мототюнинга. Так, а я вижу, вот меня правильно услышал представитель города Салават. Похоже, он только приехал. Это Петрович, вольные байкеры. Это наши мотобратья из города Салават. Итак, конкурс на самый стильный мотозвук. Ну, могут претендовать мотоциклы с ветвином. А вот, отлично. О, тут два в одном. Тут и шикарный мототюнинг. И уже я слышу карповый звук. Да, бывает, нормально все. Это у нас Тимур Большой, кто не в курсе. Один из организаторов нашего сегодняшнего мероприятия. Тимур Большой, гараж 8! Красавчик. Есть еще кто готов бросить вызов претенденту на победу в номинации «Самый стильный мотозвук» и «Самый интересный мототюнинг» в одном? Давайте соединим их для конкурса. Давайте, кто считает, что его мотоцикл настолько незаурядил, что он приложил к нему свои руки, укрутил гайки, придал ему какой-то особый внешний облик и поработал над мотозвуком. Давайте. Я хорошо помню постер Петя из Роверса. Если ты есть, подъезжай, у тебя шикарный мотозвук. Блин, все, я на